Всем салют, с вами опять Владимир и Анвара, и у нас сегодня на распаковке 5 посылок. Итак, начинаем. Посылка шла 30 дней, оценена она в 97 центов. Открывай. Опа. Я Халка. Опа. Опа. Это да. Это все у нас идет к нашему креплению камере. Сейчас найдем и покажем. Вот оно было само крепление нагрудное. А вот эта штука должна крепиться сюда. Как то еще пока не разобрался. Как выглядит нагрудник сам, вы можете посмотреть. Да, ты права. Вот, все, закрепил. Вот так вот он крепится. Все отлично. Здесь закрепил, да, отлично. Поехали дальше. Что у нас дальше по плану? Посылка шла 32 дня. Оценена на $1.5. Открывай. Тихо, аккуратно. Ты там порежешь, смотри, там что-то есть. Бананчики. Давай посмотрим, что за бананчики. Это кошелек. Типа кошелек. Раз на молнии. Сюда можно мелочь складывать какую-нибудь. Но я вам скажу, так жутко все это прошито, криво-коряво, это одноразовое все. Короче, можно ребенку... Да, ребенку лучше не давать, порвет сразу. Ну, это так, приблудка. Или можно даже какому-то, например, старшекласснику дать, чтобы он это съел. Вместе с пеналом. Можно, да, и так, вместо пенала. Да. Так. Идем дальше. Посылка шла 22 дня, оценена в $1.5. Давайте я на этот раз открою, смотрю, что там. Что там? О, карта памяти на 4 гигабайта. Сейчас мы пробовать не будем. Я вам расскажу. А вообще, компьютер рядом. Сейчас я даже прямо попробую и скажу, работает она или не работает. В общем, друзья, компьютер видеть его не хочет вообще никак, эту карту он видеть не хочет. Так что оставлю ссылочку, куда не надо заходить. Так, давайте дальше. Открываем следующую посылку, шла 32 дня. Здесь я перемазался нафиг, $1, перемазался. Плоская. Что-то может быть плоское. А, это не кошелек, это визитница. А, туда визитница. Да. Потому что я поняла, что это визитница. Вот такая вот хлипенькая. Хлипенькая. Алюминиевая визитница. Ложишь сюда визитки, закрываешь, пам. Вот такая вот сама она алюмишкивая. Пленочку сдерем, потому что не знаю, никому ее дарить не будем. Наверное, помурыжим и выбросим. Ну, тоненький алюминий. Да, я все должна видеть. Да. И последняя посылка у нас открытая. Это я не удержался и открыл. Шла 45 дней. Это 3D очки. Я хотел купить давно 3D очки. Но решил я попробовать все-таки на бумажных. Сначала купить бумажные очки, чтобы посмотреть, что и как. Стоит ли брать дорогущие очки, надо посмотреть сначала с бумажными очками. То, что первый выплывет, такие. Ага. Тут есть инструкция по сборке. Магнитики. Магнитики. Смотри, сколько очков. Очков. Так, давайте, друзья, мы соберем, потом покажем вам. Итак, дорогие друзья, помучившись 20 минут, все-таки я собрал эту конструкцию.
попробовать, правда, еще не попробовал. Надо загрузить программку какую-нибудь 3D-шную. 3D-шную программку загрузим. И тогда попробуем. И в следующем видео обязательно вам расскажу. Ну а на сегодня все. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо. До свидания.